Первым на ковер губернатор вызвал мэра Батайска Валерия Путилина. Вы вообще население проинформировали о том, что вы приняли решение снять деньги с больницы? Васильевич, можно все-таки объяснить? Ответьте на конкретный вопрос, пожалуйста. Было мной принято решение о том, чтобы отказаться от этих денег, чтобы не впасть более в другую ситуацию, что здание практически оказалось аварийным. Речь идет о замороженном терапевтическом корпусе. 219 миллионов рублей. На его достройку глава региона выделил еще в 2015 году, после обращения мэра. А сейчас выяснилось, что последняя корректировка проектно-сметной документации была в 2013. Здание не законсервировали, и теперь его проще построить заново, чем усилить нынешнюю конструкцию. Потому мэр и решил бюджетные деньги отозвать. Когда было дано поручение, вы, как глава администрации, должны были погрузиться в тему и не допустить того, чтобы к вам пришли деньги, а объект к продолжению работ не готов. Разве это не так? Слушайте, ну это же детский лепет. Вы мне рассказываете, что вы каждые полгода писали письма, а с 15 по 17 не могли удосужиться проверить специалистами состояние объекта. Аналогичная ситуация в Новочеркасске. Мэр Владимир Киргинцев попросил денег на ремонт гинекологии. Получил их, а теперь возвращает в казну, объясняя решение тем, что намерены строить новую больницу скорой помощи с гинекологическим отделением. Мы осознанно пошли на вот этот вариант. В общем, я ничего не понял, Владимир Витальевич. На 17-й год просили денег, а через 7 месяцев приняли осознанное решение. А до этого было принято, кажется, неосознанное решение выделить вам 120,8 миллиона рублей. Проблема в том, что если деньги возвращаются в казну, то их нужно использовать на что-то другое в течение бюджетного года. И сделать это в оставшееся время будет непросто. А самое главное, жительницам Новочеркасска придется ждать больницу еще несколько лет. Конечно, построим. Наверняка больница через 5-7 лет будет больше оборудована, лучше выглядеть и более качественно предоставлять услугу. Жизнь на месте не стоит. Но людям нужно сегодня, сейчас, и нужно уже далеко не один год. А мы с вами показываем, что мы самые мудрые и за людей решаем. Зачастую не пользуясь этими больницами, а живя в Ростове и здесь получая медицинские услуги. А разговор идет о Новочеркасске, Владимир Витальевич. Говорили и о земельных участках для многодетных семей. В этом году планируется выдать 3000. И Василий Голубев обратил внимание глав на своевременное подведение инфраструктуры. И такие проблемы по ряду территорий у нас сегодня есть, да? Да, Василий Ильич. Участки есть, выделили, все, лапки сложили, извините, спокойно себя чувствуют. А там нужно дальше двигаться. Если сейчас не заложим это начало вот этой активной фазы, то потом будем видеть такие небольшие Шанхаи и пустующие земли. Также на заседании подвели итоги развития донской промышленности и топливно-энергетического комплекса за полгода. Производство выросло на 8%, а в энергетике скоро появятся инновационные технологии. Роснано построит у нас ветроэлектростанции и организует производство ветрогенераторов. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.